что он хотел бы вам сказать. Давайте спросим карт Таро. Надо что-то прояснить, надо о чем-то договориться. Есть много вероятностей развития событий, что из этого получится, он не знает. Знает одно, что он скучает. Возможно, входит на ваши странички. Возможно, это интернет-роман, и мужчина усиленно интересуется вами и пытается понять, что вы из себя представляете. Вы пока есть в его планах на жизнь, и он хочет более активных и ярких отношений. Переживает по какому-то поводу, боится, что он вас чем-то обидел. Вы для него очень нежная и чувствительная. Он понимает, что вы можете обидеться из-за пустяка и боится сказать лишнего. Очень романтично к вам настроен. Вы для него его императрица. Хочет быть рядом, хочет быть вместе. Очень много сомнений, очень много внутренних каких-то переживаний. Но не хочет вас терять. Боится, что из-за какой-то недосказанности вы его не поняли и обиделись на него. И теперь хочет все исправить.